состояние Диксона стабильно удовлетворительное. По словам ветеринара московского зоопарка, мы наблюдаем положительную динамику двигательной активности его задних конечностей. Лечение ран на лапах также имеет хорошие результаты. В целом Диксон, насколько это возможно, ведет себя активно. Но теперь зоологи не просто прячут для него угощения в коробке, а все чаще подвешивают их кверху вольера. Как, например, на этом видео, чтобы достать остов индейки. Диксону нужно приложить усилия и подтянуться. На это и сделан расчет, чтобы дополнительно стимулировать его подвижность.